человека для борьбы с Наполеоном российское командование вывело из Сибири все регулярные части. Взамен в 1808 году здесь было организовано сибирское линейное казачье войско численностью 6 тысяч человек. Управление этим войском велось из города Омска. В 19 веке сибирские казаки не только отстояли наши границы, но и присоединили к России территории Казахстана и Средней Азии. Смотрим! Омск 19 века – это еще и центр сибирского казачьего войска. И буквально с 30-х годов 19 века и до 70-х значительная часть политики генерал-губернатора была связана с военными действиями, с присоединением новых территорий на землях, как тогда говорили, киргизских степей, а ныне это территория Казахстана и Средней Азии. В ходе этих походов активно участвовали сибирские казачьи полки. И перед вами представлена униформа казачества, собственно, та самая форма, в которой участвовали казаки в среднеазиатских походах. В ходе этих боевых действий прославилось несколько будущих наказных атаманов, генерал-губернаторов, и особенно здесь отличился Герасим Алексеевич Колпаковский.